Отже, заплановано на сьогодні пленарне засідання сесії міської ради не відбулося. З якої причини запитаємо зараз у секретаря міськради Сергія Маляренка. Він сьогодні знову у нашій студії. Вітаю вас, Сергій Васильович. Головне питання дня: чому не відбулося пленарне засідання сесії міськради? Як взагалі починався цей ранок? Ну, вообще сейчас должен сказать, что сессия она идет. У нас были, было заседание постоянных комиссий 21 числа в пятницу. Но сегодня было запланировано проведение пленарного заседания сессии на 9 утра. Но в целях безопасности депутатов мы отменили. Пленарное заседание перенесли его. Сейчас затрудняюсь сказать на какой срок. Вот, когда будет наведен порядок, тогда мы обязательно проведем. Учитывая ситуацию в Сессионном зале, которая на сегодняшний день, значит ко мне обратились фракции партии регионов и фракция КПУ. Я думал, ситуация поменяется до сегодняшнего утра, но сегодня утром я мог убедиться, что все-таки правильно сделали, что не провели. Значит, где-то после восьми, где-то в восемь-десять, вот так мне поступил звонок от нашего охранника муниципальной милиции, который находился на то время в исполкоме, что в здании Совета непосредственно в зал заседания городского совета занесли три мешка чего-то. Что в мешках ему? не показали, хотя он просил, чтобы ему показали, покажите, что за мешки, все. Они занесли, его в сессионный зал не пустили. Что вот сказали это при этом? Ничего не сказали, ничего не показали, занесли три мешка туда. Учитывая то, что вот вчера вы показывали, там гранаты привозили, там все, я не знаю, что было в тех мешках. Значит, Какая их подальше доля? Я дал ему команду, чтобы он звонил в 102, в милицию. И хочу сказать, что буквально через 10 минут эти люди вынесли эти мешки. Значит, ну, такая ситуация, что милиция сейчас нас не защищает, потому что было сказано, у вас есть там самооборона, есть муниципальная милиция, вот вы там как-то себе защиту и устраиваете. Вот. Но хочу сказать, что самооборона как-то вот, я не вижу, что они готовы защищать, потому что люди находятся в сессионном зале посторонние, как были, так и есть, потому что ходят, заносят туда какие-то сумки, пакеты, я не знаю, может быть там тормозок, вот, но может быть то, что может навредить здоровью депутата. Вот, потому как по другим районам есть такие примеры, мы знаем, что было и в облсовете во время Засідання депутатів Сергій Васильович, це... ситуація не проста, але після вчорашнього вашого виступу у цій студії дехто з активістів звинувачує вас у тому, що ви закликали людей до протистояння. Як ви прокоментуєте це? Ні в випадку я ніколи нікого не. Ні, ні, ні. Агитировала, никогда не буду агитировать, и закликать, или призывать э, к противостоянию человека против человека. Э, люди должны общаться только за столом переговоров. Это моя принципиальная позиция. Я хочу сказать, это позиция и мэра нашего города, и, и депутатов позиция. нашего города. Да. Вот. Единственное, к чему я вчера призывал, это к тому, что надо садиться за стол переговоров. И уходить от разговоров ультимативных, І тогда буде нормальний діалог, коли ми будемо друг друга слышать. Если Якщо хтось это не понял, ну що ж, извините. Це говорить только о том, що я вчора говорив, що 10 командирів, кожен говорить о своем, и, каждый в свое и нет, нет. і кожен свою тянет. Єдина група активістів, так і не визначилася з єдиним центром, єдиними вимогами. Чи звертались до вас сьогодні різні нет. групи, чи консолідовані? Е, щоб була консолідація, щоб я увидел, що йде процес консолідації, такого немає. Кроме того, хочу сказати, що. Вот то, что сегодня не состоялось пленарное заседание городского совета, значит, сегодня на мое имя поступила от работников нашего исполкома масса писем. Значит, я хочу сказать, 28 коллективных писем, они все есть у меня. На каждом письме там, от 5 до 20 подписей. Люди Работники из полкома требуют от меня, чтобы я обеспечил им порядок, чтобы я э, снял вот эту вот угрозу, снял э, да, напряжение и э, обеспечил им э, возможность нормально работать. Я э, написал э, письма в прокуратуру, в СБУ, в УВД городское. Значит, ну, какая будет реакция, я не знаю. Вот, конечно, они со своей стороны рассмотрят. Работа должна идти, город должен жить, понимаете? Поэтому люди закрываются в кабинетах, там сидят, ну, я не знаю. Ну, ну ситуация очень напряженная, некрасивая и нехорошая. Вот, поэтому я опять хочу, вот, пользуясь возможностью, обратиться к тем людям, которые находятся в городском совете, вот, чтобы они покинули... Сісію сесійний зал городського савіта ще одне питання. Якщо можна коротко, відомо, що завтра е, відбудеться мітинг ініційований громадськими організаціями. Ось у мене інформація, що зранку була інформація про 9 таких організацій. Пізніше вже 15, їх Кількість зростала. Продовження, що ви можете сказати з цього Це Також позиція Я... мешканців нашого міста. які спасіба да, Дякую, що спросили. Я хочу сказати, да дійсно, мітинг буде. багато організацій обращались, е, мітинг буде. в 2 часа возле стадиона «Металлург», это в 14.00. Но также хочу сказать, уже сейчас мне люди перезванивают несколько раз, значит, пошли провокации. Не знаю, кому это надо, но у меня есть и смс, и могу сказать номер телефона. Значит, Побросы от... Нет, нет, от имени антимайдана, Говорят, люди собираемся. Одним пишем на 17.00 сегодня. Одним пишут возле цирка, другим возле плавательного бассейна, возле парка. У меня есть эта смс что это смс интересно. Это может означать, что когда люди. А, и пишут для того, чтобы скоординировать свои действия завтра на 2 часа, значит, собираемся антимайдановцы. Понимаете, это какая-то провокация. Я всем заявляю, никто не собирает на 17 и не надо никуда идти, потому как это это провокация. Что там будет, когда люди соберутся, я не знаю. Я знаю другое, что вот сейчас действительно становится, я не хочу запугивать, но страшнее и с каждым днем все больше и больше. Не хочется на тему ставить крапку. я хочу еще сказать, не, так я нужно. хочу еще сказать по митингу, значит, чтобы оппозиция не сказала и чтобы не сказали там майдановцы, да, вот, что вот вы делаете нам антимайдан, там, и вот вы так сейчас, значит, никакой это не антимайдан. Люди собираются в поддержку порядка в городе. Понимаете, те люди, которые голосовали конкретно за мэра нашего города, которые конкретно заголосовали за мажоритарных депутатов, им очень сильно не нравится, когда вот несколько человек хотят вот Убрать, нашли какую-то причину. Хотя, хотя хочу сказать, причина очень необоснованная. Ни один депутат никогда не будет просить, что там жестко разберитесь или разгоните там кого-то. Никогда такого не может быть. Можно поднять все это, если в интернете это и мы писали эти звернения, все везде обязательно крупным шрифтом писалось. Згідно чинного законодавства, тобто Сергій Васильович, можна сміло зробити заяву, що це не міська влада збирає подібний мітинг, як буде ніти мітинг, да, да. мітинг, як буде завтра? І, і не міська рада. І більше того, хочу сказати: не партія регіонів. Ви не побачите там завтра флага в партії регіонів. Поматі люди збираються, город збирається. Що Сергій Васильович, віримо у краще? Дякуємо, що сьогодні прийшли до нашої студії. Відповіли на запитання. Завтра буде новий день і чекаємо на ваші коментарі. Спасибо. Дякую.